В городе Белуа, штат Висконсин, олень днем ворвался в ресторан. Олень запрыгнул в обеденный зал через окно на фасаде здания, распугав посетителей. После этого он спокойно прошел через кухню и покинул заведение через черный ход, дверь которого открыл один из сотрудников. В ходе инцидента никто из посетителей и персонала не пострадал. Ресторан временно закрыли после визита животного, чтобы провести уборку и дезинфекцию.